Стерлитамаке за прошедшие сутки произошло 3 пожара. Об этом сообщает отдел пожарного надзора. Произошло возгорание в частном доме на улице 7 ноября. Горела летняя веранда на улице Жукова, огонь с которой перекинулся на гараж и бревенчатую баню. Также баня сгорела и на улице Раевской. Пострадавших нет. По предварительным данным проведенной проверки 3 пожаров последних, причиной возгорания послужили аварийный режим работы электропроводки, вызванная большим переходным сопротивлением в электрической сети. В первом случае огнем поврежден дом, во вторых двух случаях повреждены практически полностью надворные постройки.